Всем привет, ребята, с вами Марина, это канал FIFA by Girl, где мы играем за Олимпийский Лион. Напомню, в прошлом выпуске, для тех, кто пропустил, мы две игры выиграли и третью проиграли. Рафинья, вот написано, забивает гол и оформляет победу своей команды над Лионом. Нам 6 голов забил Париж, а мы им один с пенальти. У меня тут есть в планах одна мулька. У нас 52 миллиона. И что-то как-то мне особо Марсело не доставляет. Давай попробуем. Я искал, честно, в Германии, во Франции, нигде не нашла. Без понятия, сколько он будет стоить. Но если мы предложим ему Марсело, я знаю, он в реальном футболе сейчас разыгрался, хорошо. Попробуем. Предложим им Марсело. И, ну давай, 25 миллионов. Не распсихуется? 37,200. А 30 миллионов? О! Так, а 30,5? У нас еще деньги остаются. Отлично. Не знаю, насколько будет Зума нам полезен, но я думаю, это лучше, чем Марсело, которому уже скоро 34, и у него скиллы будут падать. Зума еще в самом расцвете сил. Я не смогла найти больше никого топового. Я, наверное, больше с французским паспортом искала. Так, 5 лет ключевой, согласишься? Да. Наш там уже молодой защитник. Так, а сколько тебе? 40 тысяч нормально будет? 59! Сухие матчи! Да не будет на сухих матчей столько, вы чё? Ха! Так, давай все-таки мы исключим бонус и подадим. 59 тысяч он хочет. Нормально. Подписываем Курту Зума. Посмотрим, что из этого выйдет. Наш там мальчик, который молодой. Вида этот... как его, господи? Сейчас я скажу, фамилию забыла. Уже 3 миллиона стоит. Надо его иногда выпускать. Так, Курт Зума, третий номер. Пусть будет по третьим. 32 миллиона цена. Ну, нормально. Видаль, да. Витя Видаль. 3,300. А вот этот малыш 3,200. Так, а вот этого мы выстрелили, и что-то его никто не берет. Так, ну схема практически как у нас, у Анжера. Она будет атакующая, будем их ловить на контратаках, возможно. Но мы все равно будем не в обороне сидеть. Ну давай, поехали. Сейчас, подожди. Вот здесь вот мы. Да, смотри, у нас Долберг без сил. Это плохо. Давай такое комби. Ушел Дембеле, вся надежда на тебя и на Долберга. Ну и также на Депа, естественно. Ну, Анже, команда тоже не самая простая. В общем, во Франции, казалось бы, чемпионат не самый сложный, но все команды молодцы. Куртик, я в тебя верю. Даже твои статы не смотрела. Я просто верю в тебя. Хорош, Корне. Корне быстрый парень. Может, и убежит. На месте вратарь. Зума, ты что-то как-то, мне кажется, слишком в нападение убегаешь. Давай! Отлично. Ну, парень, ну почему так? Ну почему ж так неудачно ты пробил? Блин, такой комбин, такой момент еще был. Сильно сблизился, что ли? Ох, вот эти я не умею моменты фиксировать. Хорошо. Блин, ладно, не расстраивайся, комбин. Еще забьешь. Очень жаль, что так, конечно, вышло. Нет, тут все фикси... О! Ой! Это было бы красиво и забавно, курьезно, но, к сожалению, не забили. Ну-ка, попытка номер 2.
Я, слушай, сильно сближаюсь, сильно. Каким-то образом надо это делать более аккуратно. Ух, красиво, красиво, Орвилл. Вратарь на месте. Так, давай. Зума, ты умеешь угловых, но нет, мяч не на тебя полетел. Сейчас забьем. Ну куда? Ну фол, ну конечно. Не просто обалдели. Давай, Мемфис. Я верю в тебя. А-а-а, штанга! Да ёпарасто, да что ж это за оборона такая? Как они это делают? Что во Франции за защитники такие? Блин, это просто Анжет, какая-то невероятная оборона у них. Серьезно. Потный матч, 0-0 первый тайм, серьезно? Моментище был, конечно, надо было дубасить и бить, но он все сближался, сближался. Да! Это не офсайд. 1-0. Такой комби с голевой передачи Мемфиса. Проглядел празднование он у Уэйна Руни. Это тот ножницами через себя Сити забивал. Ух, ну тут я прям уже думала, что офсайд. Да, молодец. Карл такой комби. Второй гол. Ё-моё, да как же их мяч-то забрать? Давай сейчас карточку авар получит, ну да. Не его это задача, конечно, мячи так отбирать грубо. Да и вообще, мячи отбирать. Ну ладно. Ух ты, крестовина, ничего себе. Ничего себе. Максвелл. Бей. Да, да, 0-2, Максвелл Карне. Красавчик. Будешь у нас в основе. Он там резервист, но нет, в основе он у нас. Так, пока Сен-Максимен не заметен, но все еще впереди. Бум, Мемфис, бум, там от защитника, кстати. И какой, давайте посмотрим повтор, как красиво он так положил. Ух, вообще просто, просто красавец, Максвелл Карне. Второй гол его? Да. Каспер уставший, не, его не надо. Давай, Кадавере, выходи. Геморраеш вместо Авара. Пока что все. Так. Рука! Отлично. Раз рука будет бить Мемфис. И давай-ка мы Канте вместо Сен-Максимена. Пусть Максимен отдыхает. Ну, тут, ребят, я била на удачу, чтобы рука и была. Я хотел тогда. Непонятно, наверное, от головы в руку отскочил. Давай, Канте, выходи и радуй нас. Давай, Мемфис! Отлично! 0-3! И это победа! Да, нам надо еще набирать форму против Парижа, чтобы играть, и против серьезных клубов. Это хорошо, мы еще в Еврокубках не играем, у нас силы есть. Так, глубина состава, конечно, важна. Нормально. Не надо, конечно, давать бить. Ну ладно, на месте Антони Лопеш. Хорошо. Пикета бил. Но... мимо. Не будем тут повторы смотреть. Не так опасно было. О,
Окей, на месте вратарь. И у нас тут остается уже из добавленных две сыграть. Вот это красиво, посмотрим повтор. Пакета-то дальние закладывает какие-то. Я не понимаю, как мне руководство ставит задачу в полузащиту топ купить ключевого. У меня тут полузащитники все с супер прицельными ударами. Все. Поздравляем, Рион. 3-0 мы обыгрываем Анже. Первый тайм был очень потный. Второй полегче, естественно, когда мы заколотили 3. Лаутаро Мартинес в Барсу переходит, Коман в Интер, Упамекано в Арсенал, Жезус в Реал, Шкринер в Лейпциг, Марсиаль в Интер, Ройс в Мадрид, Зюля Ливерпуль, Гомес Бавария, Нойхаус, вот Нойхаус, кстати, мне нравится, но дорогущий, Дортмунд из Мюнхенглабаха, да, он, ну вот, ребята, все на ваших экранах, товарищи, можете наблюдать. И Кане, кстати, куда перешел? В Рому. А Люк Шоу кому понадобился? Дортмунду, господи. Окей. Самые основные посмотрели. Так, прыжки у тебя. 95. Ну, вообще хорош. О, Баркола. Я уже забыла, кто это. Лопеша хочет. Кто его хочет? Брайтон. Ну, не, ребят. Ну, какой Брайтон? О чем вы говорите? А у нас кто будет на воротах? Депая хочет Манчестер Юнайтед вернуть. Простите, ребята, но нет. Нам он самим нужен. Иммобили переходит за 129 миллионов в Сити. Сити там вообще усиливается, дай боже. Так, Иммобили, Коман и Мартинес. Так, Дешили там расстроенный. Ну, парень, ты у меня в аренде. Сиду меня не замечает. Дам тебе шанс. Отчет из наших... Из нашей академии. Ле Февере. Вратарь. Верхайен. Угу. Потенциал у него, у Айерца лучше. Ну, рост по ней. Ну, ладно, сантиметр. Матьё. Матьё. 196 сантиметров. Давай его переведем. Так. Мюнос. 57. Филлипс. 53. Дельмас. Тут вообще-то ни о чем. И Асан. Есть такая буква. Кокере хочет. Кто тебя хочет? Арсенал. Удачи, Арсенал. Рефлекс. Игра ногами, руками. Нырки. Ну. Ладно. Я думаю, что этого парня можно уже и продавать. Этого вратаря. Полерсберга. На трансфер. А Матьё... А там у нас еще подрастает подающий надежды. Нормально. Отчет из Нидерландов. Ну, вот тут хороший потенциал, подпишем, здесь нет. Что-то из Нидерландов пока ничего толкового. Из Бельгии не надо нам такого. Двухметровый. Тис. Или, да, наверное, Тис. Ух ты, Депре. Депре 2900. Берем Депре сразу. Депре сразу берем. И из Франции. Клерк возьмем тебя. Да уж. Ну. Так, ребята, вы видели, какого бестяру нам там нашли? Так, в основной состав быстренько. Клерк. Ой, не, у него низкие показатели. А рейтинг хороший. Отличная работа с молодежкой. Замечательно. Депре может стать неординарным игроком. Матьё. Нырок, игра руками, рефлекс, скорость. Ага. Игра руками, игра ногами. Ну, почти близко. Рефлекс у этого получше. Ну, рок 69. Ну, а, не, он 192 сантиметра, не 196, если я перепутал. Не 100... Два бельгийца, не двухметровый. Это я... А кого же там двухметрового-то видела?
Хотя смотри, вот у этого мальчика рефлексы лучше у Матье. Так, значит, Матье у нас сюда идет все-таки. Матье мы убираем из аренды, а Депре в аренду добавляем. Да. Он просто дорогущий пипец. Ну пусть он в аренде постоит. Депре только пришел такой. Ну, тогда как-то не очень. Я рад, что вы рассматриваете вариант отдать в аренду. Жиль, ты только что пришел. Что у тебя с самооценкой? Вот такой состав, ребята. Нам надо брать очки, обыгрывать Страсбург. Поехали. У них там 5 защитников, между прочим. И это не офсайд. Ого! Страсбург так вообще умеет играть в опасненький футбол для соперников. Ну, вот такие голы я не умею вообще пресекать. Когда по воздуху и когда по центру. 1-0 Страсбург. Чем там занимались обороны, моя? Чем занималась защита, я не знаю. Линия обороны, ты где была? Ну, Курзума, почему остановился? Денайр, это бред. Куда все разбежались? Хабиб Диалло, чем все занимались? Вы там собирались вообще обороняться? Господи, ребят, это Страсбург или кто? Спасибо. Так, Сен-Максимен, у тебя скорость бешеная. Блин, я думала гол. Ну как так, а? Нет, они там, смотри, в какую линию там выстроились. Каким же образом их оборону-то вскрыть? Так, Мемфис. Блин, ребят, ну серьезно, смотри, они просто в обороне стоят и все. В автобусе. Да что, откуда ты взял руку? Ну он же грудью сыграл, я же видела. Дурацкий матч, идиотский судья. А, не, рука, блин, Денайр, ты вообще нормальный человек так играть? Тащи, лопеш. Фух, это был, я не знаю, что это было, крестовина, или это был такой удар неудачный, или спасение лопеша, я не знаю. Но это что-то было. Повезло нам сейчас. Так, хорошо. 1-1. Мемфис. Я не знаю, зачем он празднует. Это дурацкое празднование. Лягушки. Ну ладно. Он так не празднует обычно. Бум! Вообще, вратарь там остался без движения. Экамби. Эх, блин, да вот они, смотри, они там подставляются вообще только так. Так, перерыв. Уходит на перерыв со счетом 1-1. Ну что, Кокер, это что-то слабоват. Давай-ка выпустим сюда Пакета и Касперито. Верю в тебя, Каспер. Покажи им всем, как ты с места бьешь. А-ля Холланд. Ой, Дешили, я вообще тебя не вижу на твоем фланге. Ты чем занимаешься? Вон он. Просто, слушай, как они раскачивают нас. Хорошо.
Ой, неудачно пробил Мемфис. Давай, 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 Леон. Не заметен Карне, выходи к ДВРМ. Карне в этом матче не заметен. Вообще, до него мяч не доходит. Ауар, пожалуйста. Да! Да! Усэм Ауар, 2-1. Я уж думал, он празднует, как Эрлинг Холланд, но нет, он просто проехался по газончику. Голевая к Эспириту, но там защитник затормозил. И Ауар, смотри, как он, ух, красиво. Сейчас надо аккуратно мячик катать. Ох, какое спасение, защитник. Я уж думал, там пенальти идет. Ух, хороший был удар у Максвелла. Ой, у Алана Сен-Максимена. Ясно. О, это было очень опасно. Спасибо, что ты мимо ударил. Спасибо тебе огромное. Давай, давай, забирай. Все, осталось 2 минуты играть. Фух, это было потно в конце, вообще невероятно. И как наш правый защитник, молодой подающий надежды, спас этот трэш. 2-1. Обыгрываем Страсбург. Жаль, пока сам Максимен никак форму не наберет. Да и Долберг. Ну ничего. Верю в наших ребят. Черкин налево поставили. КДВР мы тоже налево изучаем. Чтобы он мог со всех флангов бегать. Поехали. Это что такое? Ну почему? Ну где центр обороны спит? Вообще не могу понять. 5-я минута, они нам гол забивают. Это что за резкие атаки Монако? Блин, ребят, где Зума? Где Деная? Ух, я так чувствую, тяжелейший матч будет. Тут можем и проиграть с такой игрой, если мы стоим. Смотри, а где? Где все? Чтобы у них так оборона играла? Ну ладно. Смотри, какие пасы. Смотри, какие пасы. Посмотрите, он сделал, блин. Он накрыл. Обыграл двоих. Они просто как додики какие-то. Господи, это что вообще за команда? Технарь. Джельсон Мартинш просто раскатал. Смотри. О! Куда ты полетел, Денайер? Ясно. Ну все, здесь, походу, труба, как от Парижа. У меня нет сил с ними тут бороться. Это жесть. Во втором тайме у нас что-то получится. Понятно. На месте Лекомт. Так, один отыграли. Экамби, да. Но это сложно было. И то мяч он отпустил. Ну-ка, Мемфис. Да! 2-2! Слушай, ну это было очень сложно. Я думала мимо, там меня накрывали уже. Празднование Гнабри, Сержика. Ну ладно.
Так, ну а что, Сен-Максимен будет у меня просыпаться вообще? Я говорю, он фифи какой-то странненький. В 20 он вообще нулевый был. Ух, ну хорошо. Мемфис, 9-й гол должен быть, да. Так, вернулись в игру. 2-2. Перерыв сейчас будет. Прям в раздевалочку. Ну, еще второй тайм, я надеюсь, мы там сейчас их обыграем. Ну, посмотри на это. Ну что же? Мяч не можем удержать. Ну, я не знаю, ну почему у меня все время центр-то... Центр просто ни о чем. Смотри опять. Опять один Мартинш и все. И ник... это пипец. Смотри. Вот где? Где защитник Дюбуа? Ты почему убежал в центр? Потому что Денайер центр оставил. Ясно. Ужас. Ужас просто какой-то. Мартинш, это наш обидчик. Блин, я не знаю. Ну такие пасы в больницу не надо давать. Смотри, просто Дюбуа ни о чем. Все, 4-2. Ну, поражение, да. Никто не может остановить их. Давай, Долберг, выходи. Ауар там слабый. КДВР, выходи. Сен-Максимен пока провалил. Провалил старт свой. К сожалению. Посмотри, Дюбуа. Нам нужен хороший защитник правый. Дюбуа, к сожалению, не тащит. Почему у меня Долберг? Долберг, почему у меня там? Это нормально вообще? Я делаю атаку, у меня Долберг там, блин. Издевается, что ли, игра надо мной? Идиотия какая-то, блин. Долберг на правом фланге обороны. Нормально вообще? Конечно. Ох, к сожалению, нет. К сожалению, не хватает специалистов у нас. Что-то я пока не научился играть ни за Долберга в Лионе, хотя Долберг очень крутой игрок. Ни за Сен-Максимена. У меня Депай не может мяч даже взять и отдать пас грамотный. Ну, конечно, Мартинш. Блин, Мартинш классный. Смотри, смотри. Ой, спасибо, Лопер. Мартинш дорогущий, классный. Да, а почему? Я не знаю, за что он там дает карточку. Но мы, в общем, проиграли 4-2 этому дурацкому Монако. Понятно. Поздравляем, Монако. Так, Де Силва рад, что в аренду идет. Депре с правом выкупа. Не, поручить. Аренда на год. Давай краткосрочную аренду на полгода. Куда там, в Брагу, что ли? А, в Леге. В Леге, в бельгийский. Наше мнение. Так, чего там Депа? У нас в последнее время... Все здорово. Давай посмотрим. Конечно, все, Депай хочет контракт продлить. Это хорошо. Был 105 тысяч. Давай 115. Согласишься? Ого, еще бы. Ну ты достоин таких денег. К сожалению, вот Добрик пока ни о чем. Сейчас немножко приблизим. У нас следующая игра против Рена. Так, Депай счастлив. Ты знаешь, как мы тебя ценим, Мемфис. Ребят, в следующем выпуске мы играем с Реном, Ларьяном, Мецом. Должны побеждать. Этот Монако мне все нервы вымотал.
Всем большое спасибо, что смотрели. Не забывайте оставлять свой комментарий и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Всем пока. Ах, болейте только футболом.